Спасибо программе, которая разработала СБУ, которая дает шанс быть мужей и отцов в семью. Вот. Ну, в общем, спасибо, и мы очень рады, что мы наконец-то вместе. Мы очень рад вернуться. Призываю всех сложить оружие и возвращаться домой по программе. Я хочу сказать, что я очень рада на этой программе, что она есть. Что мой сын вернулся домой, в свою семью, к своему ребенку. Я очень хочу сказать спасибо вам за все. Звільнити підозрюваного громадянина України від кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України на підставі частини 6 статті 260 Кримінального кодексу України та закрити кримінальне провадження, розпочати стосовно нього. Я дуже рад і советую все використовувати цей проект. Я дуже благодарна, тому що мы всем обращались за помощью, нигде у нас не получилось, все нам отказывали. А вам большое спасибо, что вы пошли на уступки и вернулись матери сына, жене мужа, а ребенка отцу.